что опять случилось? Я не могу выбрать, какой сумкой мне пойти к девчонкам. Как думаешь, вот с этой подходит под эту футболку? Ну, смотри, со спиной. Ну, она спортивная. Я схожу в ней только в спортзал. Я не могу с этой пойти. Она вообще старая. Остается только эта. С этой меня уже 1000 раз видели все. Я с ней постоянно хожу, ни одной новой покупки вообще в этом месяце не было. Уже 3 дня как. Какой ни одной покупки? Я не буду с этой ходить. А продукты мы покупаем каждый день новые. Я вообще никуда не буду тогда ходить. Пусть я тогда буду одна здесь. Вот запрусь в комнате, пусть меня никто не видит тогда. Ой, а что это такое? Это твой кошелек? Смотри-ка. Здесь есть как раз на новую сумку. Может, одолжишь мне? Чего я тебя спрашиваю вообще? Одолжишь, не одолжишь? Я вообще эти деньги заработала. Я, знаешь ли, дома готовлю тебе есть. Ты сытый всегда? Ощущение, ты меня скоро сожрешь вообще. Только и готовь тебе на кухне. Дома кто убирается? Убирается робот, пылесос, посудомойка. Жена, я тебе для чего это все купил? А кто за ними следит, чтобы они убирались? Ты думаешь, так легко? Запусти все это, заправь все это, все туда сложи. Ладно, давай, кошелек 5000 тебе хватит? Что не так? Вообще-то, я имею полное право на этот кошелек так же, как и ты. И вообще я с тобой больше не разговариваю. Как хочешь, сам себе и готовь.